вот вы его бросил. Я бросил. Я нашел, что делаю. Там написано Нет, не праздник. Две недели и плюс 10 дней просто надо что-то. Что-то такое, я не помню, примерно. Зажрались вы, батенька? Нет, ну не в этом дело. Дело в том, что я уже все готов, но они меня потом... Вот моя компания, они как бы поставили меня, чтобы я был директором этого отдела. Ты сказал, что это маленькая компания? Ну, сам себе директор. Нет, я не сам себе. Ну, в принципе, я сейчас должен нанимать людей. Да. Но он работает с утра до вечера. Я не так много работаю. Он был раньше недоволен, что он работал с утра до вечера, а теперь он работает с утра до вечера доволен. Ну, во-первых, я делаю не совсем то же самое. Да. Тебя выслушивают теперь?